приветствую тебя. Прочувствуй вновь. Что я есть ты, а ты есть я, и вечно были мы с тобой частицами единого мироздания, создания Творца Вселенского и высших божественных структур. Пришло время вновь проснуться, откинуть все свои проблемы, планы эго твоего, раскрыть сердца людей, раскрыться самому, начать творить вновь, как никогда. Проблемы, горести, болезни – это всего лишь инструмент познания себя. Не вини в этом никого, ни меня и ни себя. Прими и отпусти. Иди, твори. Как и я, и ты, мы есть творцы, мы есть частица Бога единого. Слушай только сердце ты свое, и там найдешь ответы на все вопросы, на все проблемы. Только ты и только в себе. Когда ты осознаешь это, ты сможешь и помочь другим. И только ты не спи. Успей ты вовремя проснуться. Идти. Творить, любя, как создал я когда-то тебя и себя. Ты есть Творец. И все в твоих руках.